Всем привет, всем здравствуйте. Улей Стамперис, Финляндия. Народ, вы не поверите, по просьбам трудящихся я пришла вот в такое место. И клянусь, вот даю палец на, как говорится, откусить, что за 30 лет в Финляндии я в таком месте нахожусь ровно второй раз. Ну и девчонки, вы их узнаете. Они меня сюда заманили. Пейви. Пейве. Päivä. Sä saat aina niin kauheasti kehuja. Ihmiset kehu sun mekko, se oli S. Oliver, ne kengät, rusketuksen, kaikkia. Я вставлю в инфобок старое видео с Päivin праздника, и вы хвалили ее прическу, ее платье, ее туфли, украшения. И вот она тут красотка. Вот понимаете, почему у человека такая фигура? Конечно. Nyt me ei ymmärretä, miksi sulla on niin upea kroppa, kun sä oot tommonen urheilija. Eikö? Mä oon vasta harrastelijavaiheessa, niin mulla on vähän... Hei, sä oot vielä nuori ihminen, sun koko elämän edessä. Anu говорит, что она пришла вот только потренироваться. Говорю, ты молодая, тебе сейчас вся жизнь впереди. Мы олан jo. Mutta ei se haita, ilta on nuori. Я говорю, ничего страшного. Pirjan syntymäpäivät kanssa oli hienosti onnistunut. Ja starre video тоже про Pirjo день рождения, про Päivi, помните, я говорила, что они все сестры. Ну и, значит, с велосипеда они переходят вот на такое. Народ, честно говоря, я в этом ничего не понимаю. И они смеются надо мной, потому что они знают, если бы они меня пригласили, ёште олеси ты пьюден от меня вини майстая из керхо, куда-нибудь пробовать вино в ресторан, вот туда бы я точно первая побежала. Но в такое место, да, меня нужно было заманить. Ош ты так вот не тапуку, я констата тила жута варте. А, окей. И почему я сюда пришла? Мой старый магазин, конечно, здорово переоборудовали. Здесь были, видите, совсем другие стеллажи, все перестелили. Здесь вот такой пол, ну, кухня осталась старая. И где у нас были примерочные, теперь сделан туалет и душ. Ну, здорово, да? Не, хюмета, это Олла Канса. Да, и говорит, улыбайтесь. Все должно быть с настроением. Hyvällä mielellä täytyy tehdä. Kertokaa, kuinka usein te käytätte tämmöisessä? Расскажите, как часто ходите? Kerran viikossa. Раз в неделю. Mutta se on vähän kehittyneempiä. Niin, jossain vaiheessa ehkä kaksi kertaa viikkoa voidaan ruveta. Два раза в неделю. Saanko työpaikalta jotain tukiaisia tämmöiseen harrastukseen? Osuuskaupalta saa e-passilla. Ага. Anu работает в призме и говорит, что у них с работы даются вот такой паспорт. Onko sul päivi? Samoin meillä saa 100 euroa per vuosi. А, и у них тоже дают 100 евро в год, вот можно вложить вот в такое. Onko se mihin tahansa urheilu tai pitäkö? Se on semmoinen e-passi. Ясно. Ага, понятно. И вот такой паспорт дается на работе, 100 евро стоит, и ты можешь вложить вот в любое, в такое хобби, в которое ты хочешь. И тренер вот такая молодец, видите, да, что, конечно, прийти можно, и она возьмет вас в группу и будет тренировать. Очень хорошая, веселая вот такая молодая девушка. Представляете, какая новость? Вот она играет в американский футбол, и я смеюсь, что мой мальчишка тоже всю жизнь играл. Вот есть такое хобби, хоть у него и два раза колени болели, и палец был сломан, но американский футбол, кто знает, есть вот такая игра. Да, конечно, очень много травм можно получить, но видите, девчонки стараются. И народ, помните, сюда могут прийти все. Сюда нужно иметь сисакенгет, вот такие спортивную обувь, чистую, конечно, треники, какие вы хотите, футболку, ничего шикарного не надо. И все, как говорится, вот добро пожаловать.
И помните, народ, здесь можно заказать вот такой пенный рухман опаштуш, маленькой группы, вот такое занятие. Два человека, три человека и только женским коллективом. Если кто-то стесняется прийти сюда, начинать поднимать руки, ноги и так далее, вот такое тоже может быть, если в какой-то большой спортивный зал, где какие-то качки будут на вас смотреть косо, народ, сюда можно прийти без какого-то вот такого, знаете, что мне стыдно, и могу ли я пойти, и моя фигура мне позволяет и так далее. То есть все, как говорится, равны, и все будьте любезны, добро пожаловать. И она все-таки вот такой профессионал, она подберет вам программу, которая подходит для вашего тела, для вашего, по-фински называется кунто и так далее. То есть никто вас не будет здесь насиловать на этих велосипедах, что вам нужно проехать определенное время и так далее, или какие-то сразу гантели начать поднимать. Все, как говорится, только для вас. Ja nyt kun sua kuvataan, niin... Nyt vielä 10 kiloa painaa. Niin. Ei kai. Ja 3 kertaa. Kuva muokkausta tekee. Ja hymyile, muista pitää olla nättinä kanssa. Ja gryuli paise, чтобы веселая была. 20 kiloa laitat kirjoittaa. Ei mitä 20. Kaksi viinipönnökkää. Ja gru, 2 коробки с вином поднимать надо дома. Молодцы, девчонки. Она молодец, она таким красногвардейским голосом девочек заставляет делать. Молодец, то есть вот такая, да. Päivi mestari. И улыбочку, улыбочку. Onko päivi raskasta? Тяжелые эти штуки. Ой, мам родная. Ой, ой, ой. Ой, ой. Hyvä Anu. Siellä vaan. Ja viimeiset 10, 9, 8. Вот представьте, народ, как люди пахали. 4. Anu, hymyilee. Поберегись. Улыбочку, хмылька. Ну и этот центр называется вот так. Если вы заходите в интернет, и здесь есть вся информация и телефон. Ну и тренировка час, и если кто-то задерживается, конечно, все начинают, но все равно вот за час эти упражнения нужно сделать. Подписывайтесь, не хворайте, пишите, народ, как вам видосик вот в таком формате. Я сама, как говорится, первый раз снимаю, я про это рассказывать ничего не умею, но думаю, что на первый, как говорится, раз получилось очень приличненько. Подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля Стампер, всем физкульт, привет!